Всем привет, меня зовут Лунимой, и сегодня я покажу вам пару новых движений. Это будет такой, как сказать, более комплексный, что ли, связочек, где будет полностью задействовано скорее. Это корпус, голова, руки, ноги, в общем, все тело. Вот. В этом стиле я в основном ставлю свою хореографию. Для тех, кому интересно, могут посмотреть ее на YouTube. Это команда Take Z, там чемпионат Project 818. Вот. И сегодня вот часть небольшую я покажу, она совсем новая, ее никто нигде не видел. Вот. И мне помогут мои ребята из команды. Вот. Приступим. Итак. Первое движение. Самая основная и самая важная вещь в нем – это кач. Во всех первых четырех движениях будет использоваться этот кач. Самый простой, да? Мы просто делаем корпус вперед. Да? Вперед, 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 вперед. Есть. Значит, ноги. Ноги делают следующее. Просто шаг вперед с левой ноги, наступаем на пятку. Пам. 3-4. Па. И одновременно с корпусом. 3-4. Па. 3-4. Па. 3-4. Па. Окей. Рука делает обычный поинт вниз. Пу. Да? 3-4. Пу. 3-4. Пу. 3-4. Пу. Теперь добавляем ногу, корпус и па. Да? Все вместе. 3-4. Пу. Окей. Еще раз. 3-4. Па. 3-4. Далее, из этого положения мы идем второй шаг. И корпус уходит назад, рука, и здесь проводим ролл и делаем выкид. Окей. Когда делаем выкид, корпус уходит вперед. То есть это второй раз мы качаем. Да? 3-4. Понял? Хоп, назад, вперед. Ногу ставим. Еще раз. Мы попытаемся это скомпилировать, то есть сделать первое и второе движение вместе. Да? 3-4. Бум, эй, бум. Да? Заметьте, что на счет И мы возвращаем корпус назад. То есть получается. Раз, И, два, И. Раз, И, два. Ага. 3-4. Раз, И, два. На счет И делаем следующее. Оп, да, корпус назад. Руки соединяем. И корпус разворачиваем чуть-чуть правее. Сейчас. Вперед. Оп. И дальше. Три. Идет. Корпус вперед, на руки в сторону. Правое колено поднимаем наверх. По отдельности. Руки просто. Пам. Корпус вперед. Пам. И правое колено налево. Пум. Да? С корпусом и ногой. Ка. И с руками. 3-4. Ка. Значит, соединяем все вместе. 3-4. Ка. И пам. И пам. Угу. Далее. Далее мы делаем такое движение. Падаем на правую ногу, как будто проваливаемся вниз. Шух, да? То есть слева уходим назад. Вот из этого положения идем. 3-4. Пам. Угу. И делаем выкид одновременно с этим падением. Пум. Да? Пум просто делается. Как? Еще раз. Соединяемся вместе. 3-4. И. Пум. И. Пум. И. Пум. И да, поднимаем руки наверх, корпус выводим назад, делаем выкид и падаем вниз. Ка. Да. Все четыре движения делаются с качем. Раз, два, три, четыре. Два раза в одну сторону, два раза в другую сторону. Поехали. 3-4. Раз, и, два, и, три, и, четыре. 3-4. И раз, и, два, три, 4, 3, 4, и раз, и два, 3, 4, 3, 4, и раз, и два, и 3, 4. Окей. Не забываем.
понимаете, использовать корпус и как можно амплитуднее. Чем больше амплитуда, тем больше энергии в танце будет. Тем больше верхняя часть вашего, да, вот, тела будет задействована или будет более комплексный танец. Поехали дальше. Мы здесь сейчас находимся. Делаем такое движение. Представьте, что вы держитесь за два железных поручня и старайтесь, и никогда их просто не отпускаете, старайтесь вытянуть вперед корпус. При этом левую ногу двигаем к себе. Шух! Руки остаются на месте. Хоп! И обратно возвращаемся. 3, 4. Хоп-ка! Далее. Вот. Я покажу на камеру. Дальше идут следующие движения. Обычный ченчинг головой. Значит, рука полусогнутая за головой, правая рука прямая идет за левой рукой. То есть голова, левая рука, а потом правая рука. И туда по очереди. Кладем и левую выводим. Все то же самое, только в этой плоскости. У вас корпус абсолютно прямой, да, руки здесь. Потом он сидит вот с этим, и потом запустит ченчинг с головой. 3, 4. Хоп! И как только мы возвращаемся назад, мы идем сюда. Хоп. Да? Соединимся вместе. 3, 4. И. Пум. И. Ка. Пум. Ка. И. Хоп. Дальше. Идем. Следующим образом. Руку делаем замах. Вау. И делаем выход. Пум. Заметьте, что корпус, когда мы делаем замах вправо, а когда делаем выкид в конце, вот, с левой стороны, да? То есть, оп, это 6, здесь 7, 8. Окей, добавляем ноги к этому движению. Идем. 7 и 8. Сейчас буду раскладывать по движению, да? Ноги. Делать следующее движение. У нас левая не идет к правой, и правая не идет к левой. У нас обе ноги, они идут друг к другу. Причем левая мыском, да? То есть идет жух. Вот такое движение мыском. Одновременно друг к другу. Шух. Это на счет 7. На счет и идет. И. И на счет 8 идет выкид. Да? Что делают руки? Значит, из этого положения 7 и 8. Смотрите. Идем отсюда. 7 и 8. Окей. Если соединить это вместе, будет следующее. 7 и 8. Окей. Соединяем все вместе. 3, 4 и раз. И 2, и 3, и 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше идет. Раз. Раскрываем руки. Да? И делаем шаг с правой ноги, левая идет, как бы волочать, да? Делаем такой слайд. Чем шире прыжок, тем лучше, да? Заполняем пространство вокруг себя. 3, 4. Вау! Ага. И делаем две точки. И два. И два. То есть руками раз, два. И ногой раз, два. Окей. Поехали. Первый счет. 3, 4. Раз и два. Окей. Дальше делаем простое базовое движение, которое называется твистер. Кому интересно посмотреть, да, смотрите в предыдущих обучалках. Значит, делается следующим образом. Я покажу медленно, но так разжевывать, как раньше, я не буду. То есть так, идет левая сверху, правая снизу, соединяется. Здесь небольшое улучшение, да, модернизация данного движения. Мы делаем два поинта. Раз, два, левую опускаем и фиксируем корпус и делаем статичное движение. Хоп. Там и обратно. Делаем опять твистер. Локти назад. И делаем слайд. Да. При этом спину засутулим.
Так, еще раз. Получается, первый счет 3, 4. Раз. И 2. Делаем твистер. Левую ногу назад выводим. Твистер. 2 поинта. Пам. Пам. Разворачиваем руки. Вместе с руками разворачивается левое колено. Жжж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 
колено тоже поворачивается. Хоп. И весь тело уходит на левое колено опять. Отталкиваемся. Окей. Делаем следующее дальше. Прыжок. Как? Да? Правая на пятке и левая на носке. Потом резко, моментально просто меняем. Как? И потом соединяем и группируемся. Да. Пытаемся сделать всю восьмерку вместе. Три, четыре. Оп, так, так. Вау. Три. Чик. Та-да-да-дам. И пан. Как, как, как. Окей, соединяем обе восьмерки вместе. Три, четыре. И ка, ка, ка. Шу. Там. Ри-ка-ка. Шу-ка. Шу-ка. Ка-ка-ка. Окей, теперь попробуем под музыку. Говорит, да, снимаю. Молодец. Знаешь? Можешь сказать да. Да. Молодец. Снимаешь? Что ты молчишь, я вырежу. Чу-ч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 у